Всем привет, на связи Горка 3. Сегодня рассматриваем костюм Горка из ткани Таслан. Это аналог костюма Скат. Данная ткань предназначена прежде всего для рыбалки. Показатели мембраны на этой ткани 10 тысяч на 10 тысяч. И теперь поподробнее о костюме. Куртка имеет длинную посадочку, вот такую, закрывает таз. Вот. Отличная моделька. Капюшон здесь, регулировка по овалу лица, по глубине, как обычно у нас. Вот. По рукавам накладки на локтях из ткани Таслан. Два кармана с бесшумной фурнитурой на магнитиках на рукавах. Два кармана на груди. Карманы все здесь проклеены, влагоустойчивые. Сам костюм тоже очень влагоустойчив. Вот. Центральная застежка здесь молния. Закрывается все двойным клапаном. По бокам здесь два кармана. Так с бесшумной фурнитурой. Очень приятно. Вот. Что еще хотел добавить? Костюм этот идет на флисе. Температура комфорта здесь плюс 10. Температура для экстрима до 0 градусов. Вот такой флис. Утяжка по поясу. Вот. Брюки здесь с широкой резинкой на поясе. Хлястики под ремень присутствуют. Можно носить на подтяжках, подтяжки на пластиксе. Два кармана по бокам. Вот, карманы все проклеены, очень легко закрывается все. Вот. Накладка здесь вот такая на тазе. Два кармана чуть ниже, также на магнитиках, широкая резинка сзади колен. Снизу тоже резиночка присутствует. Вот, и пыльники такие вот у нас, силиконовые снизу ноги. Отличная модель для осени. Рекомендуем.